такая кнопка, одной ладошкой можно накрыть. Он будет очень маленьким, ребенок. Только у нас это девочка или мальчик? Это мальчик. Это у нас крошечный мальчик. Чего ав-ав-ав? Ну, Чипик, ты такой смешной. Ав-ав. Мое солнышко. Сейчас мама тебя заберет. Как оно у вас открывается? Ну-ка, мой золотой. Все, едем домой, красавчик. Эй, тараканчик маленький. Ты такой смешной. Ребят, щенки по 2,5 месяца. И этот, и вот этот, и этот. Наш Чипик уезжает домой. Сейчас мы ему подберем переноску по размеру. Наверное, для попугая подойдет. Вот крошечка наша едет домой. Мася моя. Он вообще невесомый. 600 грамм. Кинчик. Ну, крошечка, крошечка вообще. Мася такая. Иди пописи на пеленочку, иди. На. На тебе пеленочку. Не хочешь? Водички. Сейчас мама за тобой приедет. Маленький мой. Малышечка, малышечка. Ой, спать охота. Кто-то у нас гавкает. Вот как. Вот как они играть будут. Вот как они играть будут. Вот. Жалко, у нас лампа одна сгорела. О, уже. Кто так играть будет? Оклемался. Курочка моя. Моя курочка. Вот. Вот курочка. Вот они как играть будут. Буся и Чипик. Вы посмотрите. Вот. Освоились. Буся. А, где Чипик? Буся, смотри, ты больше. Где Чипик? Переживает. Вот, смотрите. Вот. Традиционное вручение маленькой собачки. Вот Буся нашей там тоже, Елене. Вот, да. Вот, поехали мы в счастливую жизнь с Чипиком. Да, все у него будет хорошо. Да, Леночка ему даст другое имя, да, и он будет самый счастливый песик на свете. Вот. Может, Чипиком, конечно, останется. Посмотрим. А Бусин? А вот Бусик уже а смотрит. А Буся уже ревнует. Братика, да. Уже ревнует и из вредности написала Буся нам на ковер. Все. Ой. Буся, красотка. Посмотри. Красотка, вот, покажись. Скажи, тоже когда-то я была в лохматой. Да, да. И Бусь. Тебя я передавала Лене тоже в руки. Бусь. Курочка. Все? Че, понюхай? Ой, все, облизал. Чиполлино. Вот, мой сладкий. Чиполлино. Совсем крошечный. Да. Лапки вообще крохотулечки. Ну, поехали. Все, Леночка, счастливо вам. Долгой совместной жизни. И Ширлик у меня там. И всё. Ширлик вся у нас там, котенок, да. Thank you.
Thank you.